Приветствую, друзья. Часы наручные. Стоят они 1 евро 79 центов. Или 113 рублей. Часы электрические. Никакого намека вообще, как здесь заменить батарейку. Обычно есть такая выемка, чтобы крышку снять. В принципе, полный муляж. Работают только часовая, минутная и секундная стрелка. Остальные вот эти все хронометры, это муляж. Гордая надпись «Женева Платинум». Ну, кто бы сомневался. Эти кнопки тоже муляжные крайние. Средняя – это переводить время. То есть, ну, как обычно, она вытягивается вверх и проворачиваем по часовой. Ремешок из кожи заменителя на обычной застежке. Для заказа доступны часы различных цветов. Где найти товар на AliExpress? Ссылка в описании под видео. Бесплатная доставка по всему миру.